И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Навку, первая часть. Диманчик, поздравайся. Всем привет. Ну что, в тот раз мы не смогли пройти пятую ночь. В этот раз, надеюсь, мы пройдем. Диман, рассказывай тактику, как проходить. Так, значит, смотри, как я проходил. Значит, на стримчанском. Я, кстати, еще не прошел шестую, так что мы можем шестую потом. Так, не спойлерить. Давай все по-четкому. Как ты прошел? Ну смотри, первым делом я до 2 часов просто от них бегал по всей пиццерии. То есть где-то в игровых автоматах, то есть, ну вот так вот перемещался. Как 2 часа стукнуло, я не тратил, кстати, ни капельки энергии. Побежал в вентиляцию между туалетами и кухней. Знаешь, такая длинная. Да. Вот, короче, мы туда пойдем. Там будем сидеть. Но будем сидеть по-другому, не как мы сидели раньше. Я тебе покажу потом. Так, понял. Всё. Самое главное сейчас просто дожить до 2 часов. Вот таким путем надо, чтобы в основном они сюда перешли, на эту сторону, типа, понял? Понял. Надо, чтобы вот в этой части карты они были, далековато, в общем. Понял. Почему 2 часа, Димас? Потому что Фокси уже после 2 начинает просыпаться, и нам надо будет сваливать потихонечку. Понял. Так. Понял. А вот еще тебе хочу рассказать, почему в ту вентиляцию надо именно, а не в туалеты. Потому что когда мы пойдем в вентиляцию, они так запрограммированы, что они начнут сюда идти, где-то вот здесь вот мешкаться и застревать немножко. Вот, а мы потом резко в туалет, и они тут где-то на кухне позастреют, в этих наших офисах. Понял. Это будет четко. Бонни уже гитару, Диман, бросил. Да, бросил. Так, ребята, ну что, начинается самое интересное. Бонни уже побежал. Так, 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 он уже бежит. А я уже должен драпануть, но он что-то остановился. Устал, что ли, дружище, просыпайся. Так, я слышу вроде... Мне показалось, тут кто-то есть. Кстати, когда на него не светишь, он такой злой. Когда светишь, он такой добрый, такой красивый. Да? Не знаю, вроде всегда одинаковый, вроде злой всегда. Не, вот когда выключаешь свет, он реально на какого-то злого похож. А когда включаешь свет, да, ты светишь ему прям в глаза. А ты не боишься возле него так рядом ходить? Опа, пошел еще кто-то. Нет, этот Бонни пошел. Димас, только не умри, пожалуйста. Да, Димон, а если я умру? А он нельзя. А как я могу умереть? Слышишь, как это нельзя? Это как UFC, да, тренируется? Говорит, а если я буду пропускать, а ты не пропускай. Такие здесь. А если я умру, а ты не умирай. Иди ко мне в мастерскую, Димас, давай. А, ты в мастерской? Да. Давай, 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 мастерской, Димас, двигайся. Двигайся. Вот. Так, Бонни, где он, кстати? Где ты его потерял? Не знаю, он возле его офиса где-то там потерялся. Давай поищем. Но он уже чуть-чуть бы меня убил. Мне повезло на дурачка. Дурачка, да, значит. Да, вон он, вон он, видишь? Все, я понял, я понял. Сидим в автоматах, если что, бежим в мастерскую, понял? Как услышим шаги. Понял. Так, давай, готов, Димас, будь готов уже бежать в мастерскую. Я уже в мастерской, если что. Не, сразу. А, не надо? Так, давай еще посмотрим, как у нас там Фокси. Фокси еще спит, отлично. Так, Димон, ну что, считай 2 часа. Сейчас будет твоя тактика работать, надеюсь. Да, тактика галактика, ребята. Так что если кто проходит, это очень хорошо, что я вам рассказал. Не зря вы, значит, смотрите. Слышишь? Нет. Я слышу. Остановился. Там ходят, там, ну что-то какое-то фигуленьку делают. Вроде все очень спокойно. А, это Бонни, 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 идем, идем обратно быстрее. Бежим, бежим. Бегу, Димон. Так, все, Димас, а теперь мой план. Побежали. Бегу. План, план, капкан. Так, тихо, тут чика, чика, чиканутая, подожди. Ты пыхнулся кто-то. Это Бонни, он за мной. Так, 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 все, Димон, я в туалетах. 2 часа. Надо быть не в туалетах, надо быть минут в вентиляции, которой я тебе говорил. Ну вот это вот длинная, все, я в ней. Так, ты в ней? Да. Вот, иди сюда. Вот там на углу не надо стоять. И смотрим именно вперед, не смотри назад вообще. Все, понял. А что будет? А если назад посмотришь, то он может телепортироваться в Фредди, поэтому нельзя смотреть. А как ты узнал?
А вот так вот. Проходил же. Блин, я буду всю серию на твою задницу смотреть. Не, лучше на задницу не поворачивайся, ты страшный. Ты нигер какой. Слышь, ты! Ты тоже белоснежка. Нормально, у нас компания, нормальная сетчатка. Опа, Фредди, я назад не смотрел. Ладно. Ты можешь уже встать, ты можешь не сидеть, не смотреть мы на задницу. Ты можешь встать и смотреть просто так прямо стоять. Понял. Только не поворачивайся, самое главное. Вообще не, даже не шевелюсь. Ну чуть-чуть только. Ну мы так ждем, и так вот. Мы не можем всю ночь вот так жить, потому что Фокси, он побежит через эту штуку. И что дальше будет? Он остановится на полпути, и мы убежим в этом после этого. Плохо его в этой части нельзя слепить. Да, согласен. И здесь, кстати, тоже не влияет звук. То есть, если мы будем на корочках передвигаться, они все равно за ним будут бегать. Ага, во второй части влияет. У Фокси просто он как-то бежит, потом... Диман, кто-то идет. Опа, остановился. Это Фокси. Так, ну что, ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на наши каналы, и мы затащим. Потому что уже практически прошло полночи. Практически. Ну да. Это вообще супер на самом-то деле. Диман, если я умру, я тебе скажу, хорошо? Это Фредди там бешеный просто. Ну не сможешь, да, ты бэкнуться сюда? Не-не, главное не смотреть назад просто. Мне кажется, тебе просто написали в комментариях, и ты узнал. Не, Димас, это я сам. Потому что я пытался, Димас, выживать, и у меня не получалось, и я вот так вот решил потом сделать. Вот эта тактика, кстати, только в шестой ночи я пользовался. В пятой ночи я в туалетах просто сидел с двух часов. Диман, кто-то идет по вентиляции. Не-не, все нормально. Ты не слышишь? Я должен буду видеть все четко. Так, Димон, ну что, я надеюсь на тебя. Просто они сейчас где-то застреют. Опа, Фокси ожил. Понял. Смотри, Рык. Он... То есть он до конца вентиляции не пробежит, он где-то остановится. Бежит, бежит, Димон. Бежит, слышишь? Ага, а как ты знал, что он сюда не прибежит? Но он может прибежать только вот из кухни. Но сейчас он, знаешь, где находится? Он сейчас находится в туалетах. Я в шестой ночи, кстати, дожил первый раз до трех, вроде, или до четырех часов. До четырех. А потом умер. Потому так. Что там было очень сложно прям. Кто-то там шурудит. Так, шурутит, конечно, потому что весь туалет заполнен аниматрониками. Они там что, тусовку туалетную устроили? Ну, весь день, Димас, в туалет не ходили, ты представь. Пока никого нету. Ну, пока никого нету, можно, знаешь, как в туалете посидеть. Особенно в полной темноте, вообще класс. Так. Вообще никто к нам не идет. Вот, это отлично, Димас, мы так пройдем эту ночь. Вот, Фредди какой-то звук издает конченый? Бежит, Фокси! Побежит, бежит. А куда он только, бежит? Он только через кухню должен пробежать, он так к нам не прибежит. Блин, вообще классно придумал. Диман, 4 часа, ну что? Надеюсь, получится. Так, вот сейчас вот уже должен быть либо Фокси к нам прийти, но он, видать, застрял в туалете. Да, звук не меняется, один и тот же. Потом в шестой ночи нам надо будет бегать очень много и очень часто. Но надеюсь, что нет. Надеюсь, что мы и так выиграем, как сейчас. Очень все спокойно, и это очень подозрительно. Да, но сейчас может все измениться, когда наступит 5 часов. А что будет в 5 часов? А они будут прям почти всегда активны. В шестой ночи, Димас, Фокси останавливается на секунду и заново бежит. Останавливается на секунду и заново бежит. Опа! Шестая ночь. Еще какой-то звук. Это Фредди телепортируется. Блин, Димас. Они походу... нас ищут. Фокси, ищет. Фокси бежит. Диман, вентиляцию не забежит точно? Не знаю. Ладно, сидим дальше. Еще может нам все-таки повезет еще час. Ну чуть больше, конечно, час 15. Знаешь, что, Димас, тебе надо сделать? Нет, я не буду это делать. Ладно, говори. Надо чекнуть задницу нашу. Давай я пойду так задом посмотрю и посмотрю туда просто. Надо чекнуть прям нашу задницу, вентиляцию. Давай я задом пойду и посмотрю. Давай, посмотри. Кто там есть? Никого нету.
Все, обратно давай тогда. Я уже и так уже стоял, ты сказал, я за одну секунду это сделал. Я просто боюсь то, что Фокси там на пол вентиляции на той остановился и сейчас побежит еще раз. Не-не-не, все хорошо, там вообще никого нету. Уже 5, Димас, представляешь? Надеюсь, я не зря так сделал, но стрёмно. Нет, не зря. Можно сказать, мы уже победили на 90%. Потому что сейчас, даже если нас палят, мы побежим, закроем две двери, так как у нас энергию мы вообще не тратили, ни кусочка. Бежит. Он застрял, Димон. Звук не меняется. Меняется. Фух, Димас, это я сейчас его сбил. Чтобы он немножко туда, да, побежал? Да-да-да, потому что... Дун-дун-дун делает. Димончик, все, не двигайся. Ой-ой-ой, это Фокси так делает. Он недоволен тем, что не может нас найти. Дудунькает. Вот это тут вообще все напряжено. Блин. Они прям вообще везде ходят. Дима, не надо так делать, сзади Фокс. Нет, я пошутил. Ты зачем так пугаешь меня? Вся серия вентиляции происходит. Ну а что делать, ребята? Мы охранники, но не знаю, как охранять такую пиццерию стрёмную. От кого мы охраняем ее? От аниматроников. Дима, мы охраняем от того, чтобы они нас не убили. Вообще охранники нужны от грабителей, от... Рык. Он прям жестко, агрессивно на нас настроился, Димон. Знаешь что? Вот охранники, они как бы охраняют что-то от воров, допустим. Вот придут сюда воры, они что-нибудь украсть смогут? Нет. Аниматроника попытаются украсть, он их сожрет просто. Да они даже не смогут просто прогуляться даже чуть-чуть. Вот именно. Их сразу съедят. Девас, мы все, мы победили. Нет, не делай так. Нет, это победа уже стопроцентная, Димас. Сейчас пошли смотреть? Да, сейчас пойдем посмотрим, как в туалетах прикольно стало. Ой, что-то я, Димас... О, ребята, это пятый. Давай мощный. Смотреть, где был Фокси? Так, тихо, подгрузочка. Так, ребята, как вы думаете, где Фокси? Напишите в комментах. Я думаю, что он в этом туалете. О, смотри, в мусорку заглядывает. Вот он где был, он застрял. Димас, это нам повезло, конечно. И я друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!